Во Владивостоке приступили к реализации второго этапа ремонта набережной спортивной гавани. Ход благоустройства проверил глава города Константин Шестаков. На участке уже установлено ограждение, ведутся геологические и демонтажные работы. Сейчас ведется на территории геология для создания капитальных объектов в виде навеса бетонного и для уточнения нашего состава прибрежной территории, чтобы понять, можем ли мы сделать песчаный пляж там. Также проводятся работы по перемещению части зеленых насаждений в другие места. Это делается бережно, не нанося им никакого вреда. Сейчас набережная превратится из такой, скажем, мостовой, все-таки больше в парк у моря. Соответственно, будет много озеленений, будут заменены малоархитектурные формы, будет новый свет, будет вновь создана трибуна с видом на спортивную гавань, которая сейчас вот находится в бетонном исполнении, она будет иметь удобное сидение в дереве. Второй этап реконструкции набережной спортивной гавани планируют завершить до конца этого года. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.